Суббота. Я открыл сезон зимней рыбалки в районе Воды. Результат сегодняшней ночной рыбалки: ведерко и еще немножко рыбки. Клев перестает. Вот с нами сегодня Алексей Халтурин. Также там с нами Леха, Андрюха и Юра. Юра там опять рассказывает байки, как было раньше хорошо. Народу много. Русло замерзло. Ходят через него на тот берег. Там вообще офигенно большой лагерь. Тут продолжительный лагерь. Так. Там Луда. Не клюет пока. А напоследок, эх, я сорвусь. Что-то поглубже стало, что ли? Давай хватайся тогда. Пойдем, Андрюха, да? Ты куда? Да. А помельче. Вот сюда помельче, да. Придумали еще какой-то контрольный залов. Я не знаю, что это такое, с чем его едят. Что там говорил про оборванную мормышку? Кого-то очень сильно тащил. Ну вот у меня такая же была. Контрольный залов. Нам на мыс, вот туда. Да. Прямо на палатке и туда. Нету смысла идти вот так. Ок, дуплет. Хоть раз дуплет. Вот. И на морковку. О, блядь, дуплет твой. Лёха, черви далеко у тебя? Да. Ай. Там кто-то что-то ставил удочку, наверное. Оп. Пробуем в тулунку. Mm-hmm.
видели место. Ну все, даже Андрюха Тытяков ледобур очищает. Так что все, уходим, уходим, уходим нам туда. А бесполезно. Они все равно отстанут. Thank you.